Сегодня в Черногорске то там, то тут работают теплоэнергетики. Это, к примеру, на Советской, недалеко от кинотеатра. Меняют 80-метровый участок. Сетям здесь ровно 60 лет. И неизвестно, выдержали бы они очередной отопительный период или же рванули в 40-градусный мороз. Как, к примеру, было прошлой зимой, когда на магистральной трубе был порыв. Черногорцы несколько дней сидели без отопления. Поврежденная труба по документам принадлежала частнику, но своими силами залатать ее он не мог. На помощь пришла сибирская генерирующая компания. С тех пор и пошли разговоры о передаче черногорских сетей СГК. Это произошло. Третий месяц компания приводит в порядок городские трубы. Впрочем, не только сети обновляются. Договоры по передаче котельных ЧК-2 и котельная ГПТУ уже подписаны. Сибирская генерирующая компания также уже приступила, обследует оборудование, завозит угольное топливо. Мы тут тоже никаких проблем не видим. И я думаю, что котельные эти на 100% будут подготовлены. Я, например, за то, чтобы Абаканская ТЭЦ забрала нас себе. Плохо это или нет? Конечно. Если у меня зарплата 18 тысяч, как вы думаете, мне это хорошо? То, что тариф немного подороже. Но пусть будет, а что делать? Я мирюсь с этим, потому что у нас уже развал здесь. Лишь бы грели нас, не замерзали мы зиму. Ну, как бы я вот летом и воды не было, ни горячей, там и холодной, перебоями тоже. Как бы вообще не нравится мне это. Мне кажется, наша была лучше бы, если бы у нас бы нашу Хактык бы восстановили. С Хактеком оказалось не все так просто. Это единственная компания, которая не передала в аренду свою котельную СГК. Хотя сами они, похоже, ничего сделать не могут. Здесь, на пустыре, рядом с основной котельной Хактека, под землей проходит водовод, который подпитывает теплосеть. И дело в том, что поиски порыва длятся уже не один год. Ну, судя по этим выкопанным ямам. К примеру, это стоит уже не меньше лет 2-3, потому что все уже заросло тиной. Ну а вот это по соседству явно выглядит свежее, так как вода не успела обрасти еще зеленью. И таких подобных раскопок здесь через каждые 10-15 метров. Мы насчитали, ну, штук 7 ям. И кроме них здесь больше ничего. Ни строительной техники, ни рабочих. Хотя, как заверил министр строительства и ЖКХ Хакасии, до 10 сентября Хактек должен найти и устранить порыв. И, похоже, это последние дни, когда рядом с котельной будут красоваться хаотично вырытые ямы. По котельным Хактек Центральный еще переговоры, ну, Страйно-Южный еще переговоры у нас в завершающей стадии, как бы еще аренда не подписана, но, думаю, скоро она тоже состоится. То есть это все так, то есть теперь котельные Хактек перейдут к СГК? Да, по договору аренды. Серьезных причин беспокойства нет. То есть к концу недели, по идее, договор аренды должен быть подписан. И когда это произойдет, тогда же начнутся работы на проблемном водоводе. СГК уже закупили новые трубы. И в котельной люди работать будут уже под другим флагом. В Минстрое уверены, это только начало безаварийного отопительного сезона в Черногорске. Артем Михалков, Василий Самоделкин, Нота Бене.